Любой лыжник, профессионал или любитель в первую очередь знакомится со старым добрым классическим стилем. Именно с классики, а не с конькового хода, начинается постижение спортсменом различных техник катания. Поэтому и относится так трепетно к классическому стилю заслуженный тренер России Леонид Воропаев. Одинцовский Масстарт – единственная в районе и одна из немногих в области классическая лыжная гонка. В 2017 году из-за погодных условий она не проводилась, но на этот раз организаторам и участникам повезло. Погода оценивается, классический стиль, конечно, сложновато для смазки лыж, но ничего. Лыжня очень хорошо подготовлена, спасибо нашему парку, что здесь очень здорово готовит лыжню. И лыжня, конечно, очень прекрасная. Число желающих выйти на старт было так велико, что многим пришлось дозаявляться уже на трассе. Самыми юными спортсменами масс-старта оказались лыжники 2015 года рождения. По традиции символические медали участника молодежи на финише вручал сам Леонид Илларионович. Страсти на дистанции разгорались нешуточные. Хорошо продуманное разделение по возрастным группам и предлагаемым дистанциям практически каждому оставляло шанс на хороший результат. 15 возрастных групп сегодня мы приготовили для участия. Это и дети разных возрастных групп, и юноши, девушки, мужчины, женщины и, конечно же, ветераны. И сегодня дистанции тоже разнообразные, от 600 метров до 12 километров. То есть любой желающий может выбрать себе дистанцию. Участие в 9-м классическом масс-старте заслуженного тренера России Леонида Воропаева приняло более 600 спортсменов. И если в прошлые годы лыжный сезон в Одинцово на этих соревнованиях подходил практически к своему завершению, то на этот раз метровые сугробы обещают любителям зимнего спорта еще чуть ли не месяц активного катания. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».